Мы поедем на другую сторону сейчас, на лодочке. Нужно покупать билеты, билеты, ага. Сейчас Саши нам купит. Что-то я не поняла. 50 рупий, что ли, да, получается? Thank you. How are you? Okay. Ek pic new zijn gezakte. Ek pic pic, please, please ek pic. Okay, okay. Фотографию они просят. Папе. Камера. Апку урага итна кар ленге. Инке бич мен, доно ке бич. Давай, давай, давай. Поздоро. Давай. Кон кичега. Ага. Where are you? Аре. Кон се айо? Ай, ek фото кичье бета. Ek фото кирде. Бета са пичо, инко ане до. Ау, ау. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bahut acha laga aap se milke. Shukriya. Aur se country ka? Aur se country se aaye ho? Russia. А мы тебя. Ой, всё, тебя закрыли, красавцы. Видишь, да, наш балкон? Желтый отельчик, ага, вот голубые, вот это тоже наши, но не наши. Следующее, да, с зелененькими, да, перилами. Вот там, да, с зелененькими перилами. Там, где розовое, это мое. Потом вот этого дяденьки. Бельга. Да. А потом ваше. И среднее наше. Я свое полотенце вижу. Ну вот, наконец-то мы добрались до этого берега. Осторожно, товарищи, вы меня тут не толкаете. Повезешь в Испанию? Подарки. Здесь тоже? Что здесь? Здесь нет отеля. Просто выход в Ганге. Смотри, маленький храмчик. А здесь вода для путников. Можно набрать. Тоже кафешечка с Ганга-вью. Вот Хануман. Вот отельчики
с зеленью. Не знаю цену, но не совсем Ганга Вью. Вот он, новый мост конструкции. Мост-недомост. Ну что, будет тут место для машин, что они обещают? Вряд ли. Ну, на этом они в том году остановились. В этом году я еще не видела ни одного дня рабочего. Ага. И вот это самое популярное было German Bakery. Сейчас к ним ни входа, ни подхода. Вот здесь были ступеньки, люди приходили. И мост, вот он, Лакшман Джула. Второй год закрыт. Разрушила мост, Ольга. И на обломках часовни. Звону было, да. Блессинг. Перелезла, но я вижу безобразие. Вода течет, надо ее закрыть как-то. Блин. Окей. Марон. No wonder so many people not coming here. It used to be full here. Раньше это было в сезон, места не найти было. Не открывается чудо. Thank you. Я буду попаяла. Ага. Авокадо Ласси. Откуда они авокадо берут? Я вот не могу найти. Здесь я еще не видела. Ням-ням, да. Ой, very ням-ням. Вот это 13-этажный Триамбакешвар-Мандир. И люди проходят, как будто бы все храмы Индии, они проходят тут и поднимаются на верхний этаж. Ну, наверное, считается с вот этих подвальных этажей. Так сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, да. Угу. Мост пустой. Всех нафиг повыкидывали. Вон с лодки. Вот за что они платят? За стирку. За стирку? Все тоже постираются. Помылись, постирались. Очень-очень красиво. Айнгар, light of life. Свет жизни. Айнгар. Yeah, пока он был жив, некоторые считали, что он похож на Саши, а некоторые в Ришикеше вообще думали, что это Айнгар. Когда встречали нас, говорили: ты Айнгар?
Какая книга чудесная, посмотри. Йога-сутра, а это Бхагавад-гита в таком переплете. Вот деревянный переплет тоже. Какие книги. Ты хотела карты Таро, нет? Да, я уже в них. А, ты нашла? Я уже в них. Оша Дзен Таро вообще, ладно, шикардос. Ну, а это Райдера Вайта, это... Да, Райдера Вайта. Классика, классические. Хороший книжный магазин тут при Джорман Бейкере рядом. Это расшифровка Оша Дзен Таро. Ну, это в интернете есть, если да, что, да, можешь да. распечатать по-русски. Надо же влюбиться, чтобы было прям твое, чтобы тебя не да. выбрали. Рамаяна. Lonely Planet. Оракул мне, знаешь, какой нравится? Ленорман. А вот это единственная фотография Лахири Махасаи. Много раз его пытался фотограф сфотографировать. И проявлял пленку, и он, ну, было пусто. Когда говорит, почему не получается, Лахири Махасая говорит, ты хочешь сфотографировать бессмертную атму? Вот. Ну, потом увидел, что тот сильно огорчился. И говорит, ладно, приходи завтра. Я позволю тебе себя сфотографировать. И вот это фото получилось. Это ученик бессмертного Бабаджи и учитель Парамаханса Йогананда. А это Джиду Кришнамурти. Да, вот это вот как раз автобиография йоги Парамаханса Йогананда. Его ашрам в Калифорнии, а сам он родился и жил в Варанасе. Молодым он, по-моему, 54 года ему было. Какие ты выбрала? Вот эти двое. Угу, так, ну это тоже как бы, как Райдера Вайта. Ага, вот это вот, по-моему, это... на основе Райдера Вайта. Да, Райдер Вайт Таро Деск. Угу. Не знаю, зачем двое, сейчас посмотрим, сколько стоит. Ну, карты это удовольствие не дешевое, я тебе скажу. Тысяча 120 эти? Ну это нормально, это... This one 899. 890. Но я, говорит, уточню. Мы здесь гуляли, да. Вот запоминаем, мы потом по этой дороге и на лодочке. Нет, вот по на этой дороге. Он сейчас домой поедет, ему на почту надо. А здесь мы пока пошопимся. Хорошо. Давай, пока. Такой мимими. Что?